Не в тесноте и не в обиде. В селе Дамсак Молинской области удалось решить давнюю проблему – расселить 8 организаций из одного здания. Раньше в нем ютились одинокие пенсионеры, инвалиды, акимат и амбулатория. Все они отметили новоселье после того, как местный предприниматель отремонтировал соседний пустующий дом. Сауле Кусаинова подробнее. 36 постояльцев дома для престарелых и инвалидов в селе Дамса раньше теснились в небольшом крыле. В здании размещались еще несколько организаций. Многолетнюю проблему решила местная сельхозфирма. Предприниматели вложили средства в ремонт соседнего дома, а медико-социальному учреждению отдали освободившиеся помещения. Там же установили модульную котельную и сделали капитальный ремонт. В общей сложности на 44 миллиона тенге. Проживаю здесь уже 16 лет. Сперва у нас было 5-6 человек в комнате, а сейчас мы вдвоем, нам очень удобно, дружно живем. Сейчас удобно, после ремонта стало очень удобно. Просторные кабинеты получила и врачебная амбулатория. Она обслуживает свыше 2000 дамсинцев, в день до 30 человек. Раньше мы работали в другом здании, он очень старое, мало было помещений, кабинетов было мало. В этом здании нам более уютно, комфортно, людям удобно стало, комфортно, более просторное помещение. В отреставрированном на 32 миллиона тенге здании поселились 8 организаций. Среди них опорный пункт, сельский акимат, отделение связи, совет ветеранов. Жители получили и светлую библиотеку. Это все делается во благо нашего народа, чтобы люди могли свободно прийти, чтобы и здесь работающие люди, чтобы для них было условие труда, и местным жителям, чтобы было. Я считаю, у кого есть процветает, у кого есть бизнес, чтобы есть возможность, могли помочь для народа, потому что для народа все это делается. В ближайшее время в Дамсе планируют открыть общественную баню. Но все будет зависеть от урожая, говорят предприниматели. В этом году сельхозфирма засеет свыше 12 тысяч гектаров. Часть дохода намерены направить на социальные проекты. Сауле Кусаинова, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, 24 КИЗ.